Какие некоммерческие организации получат финансовую поддержку? В Ненецком округе объявлен второй в этом году конкурс грантов для НКО. В числе приоритетных проектов – развитие общественных инициатив и гражданской активности населения в сельской местности. Общий размер финансирования – 3 миллиона рублей. Авторы лучших проектов на реализацию своих идей получат до 300 тысяч рублей. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Ненецкого округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации». На сегодняшний день за счет бюджета Ненецкого округа были поддержаны 24 социально ориентированные некоммерческие организации. На реализацию всех проектов было направлено более 6 миллионов рублей. Кроме того, НКО получит материальную поддержку на организацию деятельности и обучение сотрудников. На эти цели было выделено 15 субсидий на общую сумму 800 тысяч рублей. Практически все некоммерческие организации свои проекты, которые они приносили, они тщательно прорабатывали. Очень тщательно прорабатывали. И комиссия конкурсная, она учитывала и участие в предыдущих годах, и социальную ориентированность проектов. И максимальное вовлечение людей в эти проекты, жителей нашего округа. В апреле и июне Департамент региональной политики также проводил конкурсы грантов и субсидий. Окружную поддержку на реализацию социально значимых инициатив получили 20 проектов, среди которых Ненецкая окружная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 300 тысяч рублей гранта пошли на реализацию проекта «Поклонимся великим тем годам». Конечно, самое важное – это морально-психологическая поддержка ветеранов с ограниченной возможностью. Это посещение людей, которые уже не в состоянии пойти на какие-то мероприятия. Это и в праздничные дни, это и в дни рождения, в их юбилейные даты. Как-то прийти поприветствовать людей, поощрить их, какие-то подарочки вручить. То есть дать понять о том, что их труд до сих пор люди помнят и будут помнить всегда. Сегодня на территории Ненецкого округа зарегистрировано 166 некоммерческих организаций, в числе которых 71 общественная организация, 17 общин коренных малочисленных народов, 18 профессиональных союзов и 42 некоммерческие организации иных организационно-правовых форм. Заявки на следующий конкурс грантов уже принимает Департамент региональной политики. Приоритетное направление, которое получит окружную поддержку, развитие общественных инициатив и гражданской активности населения на сельских территориях. Прием заявок продлится по 8 августа включительно. Результаты конкурса будут известны до 23 августа и размещены на официальном сайте Департамента региональной политики Ненецкого округа. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».